Всех приветствую, уважаемые лидеры, меня зовут Марк Марцинковский, это видео специально для тех, кто хочет разобраться в маркетинге компании Global Intergold, и я постараюсь максимально его разжевать, чтобы вы поняли всю структуру, то есть как работают все виды маркетинга, их здесь, друзья, целых три. Итак, первый маркетинг – это матрица, то есть 450 евро предоплата. Далее вы попадаете вот в такую вот табличку, и сейчас я покажу, как это технически устроено. То есть вы сделали предоплату 450 евро. Далее, что происходит? Сейчас я вам порисую, и вы поймете саму структуру. То есть вас кто-то позвал, то есть вот ваш спонсор, ваш рекомендатель. Далее, чтобы вы понимали, забегая вперед, скажу, что вот эти вот места мы не заполняем. То есть про них мы забываем, многие сразу боятся, что очень много мест. Нет, это нам не нужно. То есть, первое, например, дальше Игорь сделал рекомендацию, и, например, вы. Это может быть и ваша первая рекомендация, и ваш человек поставит кого-то. То есть, структурно здесь не имеет значения, то есть, каким образом она закроется. То есть, как бы, кто бы ни поставил, либо Марк, либо Игорь, либо вы, будет заполняться вот эти вот две ячейки. То есть, после того, когда они заполняются, сейчас я вам давайте еще раз. Так, после того, когда они заполняются, соответственно, вы будете уже переходить на другой уровень. Сразу давайте визуально представим и пометим себе, что есть три уровня в этой матрице. Первый уровень, второй уровень и третий уровень. И задача это, чтобы было здесь два клиента. Первый клиент, второй клиент. То есть ожидать никого не нужно, то есть вы сами можете делать рекомендации на этом уровне, это может сделать рекомендацию и ваш спонсор, и его спонсор, то есть говорю структурно, это не имеет значения. Итак, что происходит далее? То есть далее, сейчас встаю в два клиента, и после уже вот этой вот закрытой тройки вы попадаете на второй уровень. То есть вы попадаете на второй уровень, и далее ваша задача эту тройку также разместить. Соответственно, это может быть один ваш клиент, Жан, например, у Жанны может быть Света, у Марка может быть Жан, например, Жан сделает рекомендацию Свете, и вы поставите, например, Алекса. Повторюсь, что здесь не имеет значения, кто будет ставить. То есть, но если все активные клиенты, то заполняется, естественно, она быстро, это может быть за один день заполнится, и дальше вы уже попадаете вниз, то есть на самый последний уровень. На самом последнем уровне начинается как раз-таки все самое интересное, потому что здесь уже вы получаете реальные деньги. Это выглядит следующим образом, то есть еще раз давайте мы отметим себе здесь три уровня, вы начинаете с первого, вот второй уровень и вот третий уровень. Вы начали с первого уровня, заполнилась троечка, попали вот сюда, сделали, допустим, две рекомендации, еще один человек у вас стал, попали вот сюда. И далее за каждую из троек вы получаете по 1000 евро. Причем, например, вот ваш клиент, да, вот Света. Она сделала одну рекомендацию, ее клиент сделал рекомендацию, например, или и его клиент еще сделал рекомендацию, либо это ваш клиент, может быть, то есть не имеет значения. Далее получается, что у вас еще 1000 евро и последняя секция 570, потому что вы дальше переходите в следующую таблицу. Заказ никуда не пропадает, вы получаете 2600 евро и переходите в следующую таблицу, то есть за своим спонсором. То есть тот клиент, который вас позвал, вы попадаете в его таблицу. Например, структурно это может выглядеть следующим образом. Поднимемся немного вверх. Например, давайте даже еще обратно. Допустим, Марк уже прошел таблицу, уже стоит на втором уровне. То есть вы после того, когда закрыли свою таблицу, получили 2600, опять упали вот сюда, наверх. Также ваши клиенты, которые будут получать вознаграждение, они будут падать вот сюда в пустые клетки. И их клиенты также. То есть, грубо говоря, самое сложное – это вот пройти первую матрицу, а дальше ваши люди также цепочки будут идти уже за вами. Но очень важный момент, чтобы им помогать, чтобы не просто их разместить и забыть, а именно постоянно работать. То есть говорить человеку, что у него есть определенные обязательства. То
есть какие-то минимальные рекомендации. Минимальные рекомендации – это две, но мы рекомендуем ставить больше, потому что два – это минимум, а чем быстрее вы будете заполнять совместно командно эту матрицу, тем быстрее будете получать вознаграждение. Итак, дальше мы рассматриваем программу Fractal. Fractal – это бинар, то есть, ну, не смесь, скажем так, такой, да, то есть полубинар, полуфрактал, да, то есть не совсем обычный маркетинг. Не совсем обычный он по серии, по многим параметрам. Например, вот так вот выглядит он технически, да, то есть вот мы видим, когда вы купили ценные бумаги, вот клиент проинвестировал, купил ценные бумаги, ему компания начисляет токен. Вот мы видим, у меня куплено на 25 тысяч евро ценных бумаг, они уже стоят сейчас 84 тысячи, то есть вот такой вот рост. Заходим в борды и сразу давайте здесь технически я вам объясню. То есть борд А, борд Б, С, Д, Е и Ф. И в каждом из бордов вы получаете вознаграждение. Чем правее борд, чем выше, тем больше вознаграждение. То есть если в борде А вы получите, ну, за комбинацию там 3-3 одну сумму, то в борде Б это будет уже другая сумма. И чем выше вы бордах, тем, соответственно, вы больше получаете. Как же переходить в эти борды, чтобы больше получать? Когда у вас закрывается вот комбинация 25-25 на главном токене, ваш токен будет переходить в следующий борд. Например, вы сделали предоплату 450 евро. Что будет происходить? Итак, на самом деле все очень просто. У вас откроется 3 токена. Вот, у вас будет такая комбинация. Раз, два и три. Соответственно, 3 токена ВА, и то же самое будет у вас в борде Б. Ну вот, например, у вас встал один клиент, ему сразу дается 3 токена, вот мы видим технически, и еще один клиент встал вот сюда, и ему дается 3 токена. И вот у вас уже играет комбинация 3-3, то есть вот визуально, сейчас я вам покажу, вот. Рисуем. Видите, даже здесь синяя ветка, здесь зеленая. Просто можете визуально представить, даже линию такую расчертить и понять, что вам нужно, чтобы было здесь у вас сначала 25, это максимальная комбинация, которую дает фрактал, и здесь 25. Ну вот вы сделали 3. Вот здесь у вас 3 токена, и вот здесь 3 токена. Это значит, у вас по одному человеку. Один человек здесь, один человек здесь. И вот у вас уже есть комбинация 3-3. 3-3 в борде А, и автоматически у вас будет также 3-3 в борде Б. Что мы делаем дальше? То есть мы заходим просто вниз, в самый правило фрактала, и смотрим, какое же вознаграждение мы получаем. Вот здесь внизу все это есть. Например, 3-3 в борде А 25 евро, в борде Б 40 евро. И дальше по нарастающей. Только представьте, что у вас, например, клиенты вошли не на 450, например, там на 5000, да, сразу нога очень большая выстроится, будет много токенов. То есть, грубо говоря, можно одним клиентом здесь расширить очень сильно ногу, и вторым просто там, это будут несколько клиентов, но на небольшие суммы. Соответственно, 25 комбинацию мы сделали. Давайте в А и в Б, давайте посмотрим, сколько мы заработаем с этого. Ну вот смотрите, 25-25 в борде А это 675 евро, и в борде Б 1200 евро всего, учитывая все комбинации, которые будут идти дальше, потому что играет 6-6, 12-12 и так далее. И также очень важный момент, что есть экстра токены, это как бы бонусные токены, да, например, вы ВА 25-25 сделали, вам еще компания начисляет еще один токен ВА, и будет переходный токен в Б, соответственно, тоже бонусный токен. В борде Б то же самое, только уже пойдет в С. То есть, видите, чем быстрее, больше вы закрываетесь, потому что в борде С, вот мы видим уже вознаграждение, уже 3000 евро за комбинацию 25-25. В борде Д 6000 евро, в борде Е 12000 евро, и в борде Ф 32000 евро. То есть, как бы есть к чему стремиться, да? Вот, дальше технический момент, то есть когда у вас, смотрите, когда у вас отыграла комбинация, соответственно, 25-25, у вас переходят дальше токены, и вы должны уже закрывать следующие свои токены. Какие тут есть фишки? Да, давайте сразу к фишкам и как можно двигаться быстрее, да, то есть, грубо говоря, если у вас появляется большой инвестор,
сейчас я вам покажу пример. У вас, например, есть человек там на 10 тысяч евро, да, то есть как это можно, что можно сделать? То есть можно перед его токеном, например, вот он будет, да, разместить свой токен, то есть и чтобы все его вот дальнейшие токены сыграли у вас. То есть технически это выстроить можно. То есть у меня есть пример, когда человек вошел на 450, возьмем примерно вот так вот, да, и у него зашел инвестор на 40 тысяч евро. Вот, так вот он получил примерно 7 тысяч евро. То есть вот реальный пример. Соответственно, понимаете, да, то есть перед тем, как клиента размещать, перед его оплатой, нужно место зарезервировать. То есть там есть такая кнопочка у нас «Зарезервировать место». Выбираем, нажимаем «Резервацию» и, соответственно, когда клиент уже зарегистрированный, просто мы вот выбираем, например, вот галочки стоят, выбираем, нажимаем «Подтвердить», и все, он будет размещен там, куда мы его поставим. Я советую, чтобы вначале вы не ошибались и не делали неправильные расстановки, звонить вышестоящему спонсору и с ним вместе все это делать. Ну ладно, возвращаемся дальше к маркетингу. То есть вот тут просчитано, да, то есть если вы сделали, что у вас 16 человек, вы получаете только на Фрактале без матрицы 1855 евро, но если вы стартанули только с Фрактала, то есть без, у вас не была открытая матрица, в этом случае у вас будут расходы, то есть вам нужно обязательно открыть матрицу, то есть деньги эти спишутся, нужно докупить ценные бумаги. Да, еще очень важный момент, коллеги, пока не забыл, расскажу, то есть сумма Фрактала делится на 50 на 50, вот мы видим, даже сейчас я вам покажу, пакеты, и вот тут написано, например, 450, и общая стоимость 4586. Что это значит? Это значит, чтобы получать все бонусы без ограничений, нужно этот контракт перекрыть. То есть это не значит, что его нужно докупать, и вы не получите ценные бумаги. Нет, можно купить и ждать, но если мы хотим получать именно бонусы, нам нужно его перекрыть. Это значит, что когда мы заработали 9000 евро, из них 4500 купили бумаги, 4500 вывели. Соответственно, дальше мы можем без ограничений выводить уже сколько угодно. Ну вот слайде сейчас, вот, поэтому здесь и написано, да, что 450 евро – это докупка ценных бумаг. Ну и, соответственно, компания начисляет нам бонусы, на которые надо купить золото, и примерно получается у нас вот такая вот сумма. Да, то есть, грубо говоря, матрица у нас была там 12-14 человек, 2600 евро, а во Фрактале 748. То есть, как говорится, ощутите разницу. А когда у вас открыта и матрица, и Фрактал, тогда вы, друзья мои, собираете уже самый сок, потому что вы получаете сразу же, во-первых, получаете во Фрактале, потому что вам не нужно открывать матрицу сразу с первых людей, и во-вторых, у вас идет такое массовое продвижение. Вот на этом примере всего лишь от 6 до 8 человек вы уже получаете 1500 евро. Учитывая, что 4 клиента к вам подписалось еще. Давайте немножко... Ну ладно, рисовать не буду, но тут все понятно, да? То есть 4 человека подписалось еще, и в команде 12 человек... Сейчас, секундочку, верну назад. В команде 12 человек, и вы уже получаете 3000 евро, то есть в 2 раза больше. Ну, ощутите разницу, да, то есть даже если просто мы берем, там, не знаю, один фрактал, то есть там мы вообще заработаем копейки, да, если у вас открыта матрица, то вот уже такие суммы. И последнее, например, если это будет еще 4 человека встанет, причем это не личных, а вообще в структуре, то это уже 4500 евро. То есть ничего сверхгениального, ничего сверхсложного, так работает маркетинг-план, и, по-моему, очень-очень даже интересно. Как можно закрывать быстрее? Ну, фракталы сейчас давайте открою, еще раз покажу. То есть по фракталу понятно, да, то есть фишки. То есть можно расставлять токены, например, докупить один токен, поставить перед инвестором, чтобы заработать. Также вы балансируете постоянно две ноги. Соответственно, что еще можно здесь сказать? Да, в принципе, наверное, все. Да? Главное это отслеживать, главное постоянно контролировать и постоянно, если у вас идут тем более клиенты, все это отслеживать, да, чтобы у вас токены не улетели в другие места.
Вот, касаемо матрицы, здесь очень все интересно, потому что в матричном маркетинге можно брать кредитные купоны. Что это значит? Например, вот вы... Давайте порисую, чтобы вы поняли. То есть как можно быстрее закрывать матрицу, да? Например, вы вышли на выплату, вы стоите внизу, вот здесь вот момент, вот здесь вот, и у вас уже есть два человека, квалификация, допустим, вот первый, вот второй. Здесь пока пустые места, представляем визуально, да, соответственно, подписался сюда первый человек. Вы уже на выплате. У вас есть квалификация, тут два свободных места. Вот эти вот два клиента, следующие, могут уже вам переводить по купонам деньги. Да, то есть вы пишете в компанию, там даже есть специальная функция получить кредитные купоны и можете их размещать. Так в чем фишка? Очень многие люди тратятся на рекламу, да, тратят, ну, на конференции, на все что угодно. Да. Здесь можно просто сделать определенный промоушен. Да. Что такое промоушен? Промоушен — это, ну, скажем так, скидка, да, то есть какая-то временная скидка и помощь партнерам. Опять же, все это для своей структуры, для команды. Например, у этого человека есть клиент, да, он может его поставить, и у вас есть клиент. Ну, например, у одного клиента, там, не знаю, 450 евро, да, у этого, вот у этого, да, а у другого, например, там, не знаю, 350, да, но чтобы не ждать, пока этот клиент найдет деньги второй, они могут сразу вам уже переводить финансы, и вы их можете активировать купонами. То есть, либо без проблем, можно дождаться, пока они оплатят через банк, и вывести на свой банковский счет напрямую из компании. Но промоушены – это интересная штука, они работают, они функционируют, поэтому я советую ими пользоваться. То же самое, то есть вы быстро, в чем здесь фишка? Да, то, что можно быстро размещать клиентов. То есть, грубо говоря, здесь один клиент еще встал у вас, и у вас появляются еще два кредитных купона, которые вы можете непосредственно активировать. То есть, проще говоря, ускорить этот процесс. Например, клиент заходит на 900+, и вы можете непосредственно сразу, ну, единственное, должно быть их два. Либо один, здесь уже когда один встанет, либо два сразу. То есть, также можете непосредственно сделать промоушен. То есть, грубо говоря, если у вас здесь стоит уже один человек, то есть, ну, 99%, что вы закроете эту секцию и получите 1000 евро. Ну, если мы делаем промоушен, будет чуть меньше. Может быть, чуть меньше, но зато быстро. Поэтому, когда вы уже на выплате, все решается очень и очень быстро. Ну, так вот, двигаемся дальше. То есть, мы поговорили про 900+, то есть, это самая-самая лучшая стратегия, да. То есть, соответственно, если вы также используете промоушены, если вы помогаете своей структуре, то у вас все двигается очень и очень быстро. Лидерская карьера, то есть первая наша задача, то есть еще раз, это пройти вот такую вот схему, то есть 4500 получить, увидеть реальные деньги, золото, и дальше ваша цель — это лидерская карьера. Лидерская карьера — это третий бонус по маркетинг-плану. То есть как он работает? Лидерская карьера — это, ну, на самом деле самый главный бонус, он самый большой, и главное — это пассив, то есть, грубо говоря, то, к чему все стремятся, то есть ничего не делайте, зарабатывать. Но чтобы открылся этот бонус, нужно его заработать. Ну, то есть, первое, что нужно сделать, да, то есть, нужно, чтобы вы получили 4500 евро, ваши два клиента получили по 4500 евро, и их два клиента получили по 4500 евро. 72 человека. Откуда эта сумма? Эта сумма берется, ну, например, смотрите, 12 человек вам закрыть матрицу. Да, это все через матрицу делается. 12 человек закрыли, дальше помогли своим и им двум. То есть, на самом деле, ничего сверхгениального. То есть, это можно сделать там за месяц, два, три. Это ничего сложного. То есть, важно очень двигаться командно. Ну, так вот, вы сделали, получили выплату, помогли своим двум и помогли с двум своим. Что же такое лидерский бонус линейный, как он считается? То есть, вот мой пример. Сегодня у нас 27 число, давайте дальше покажу. 27 суббота, ну вот, то есть, считаем. Сегодня мне пришло, сколько там у нас, смотрите, ну, там в районе там 200,
200-250 евро где-то, да, то есть 2,86, 32, 6, 46, 54, 2, 5, 18, 18, 40, ну, в районе этой суммы. То есть, грубо говоря, я получаю с каждого клиента какой-то процент. Вот, то есть видим 26-е тоже, то есть 12, 18, 40, 10, 10, там тоже, там 200, 300, ну, тут вообще много пришло, то есть постоянно что-то приходит, да, то есть 200, 300 евро, вот, например, клиент инвестировал 1800, мне пришло 162, то есть это выглядит технически каким образом, то есть, ну, вот пример, да, клиент проинвестировал 1800 евро, я получил 162, возникает вопрос, почему тогда я получил с этого 14, все дело в уровнях, что такое уровни, сейчас я вам это покажу, то есть, так, пример я вам только что из бэк-офиса показал. Сейчас покажу примеры именно... тут все уже, да, у меня? Ну ладно, сейчас я вам просто тогда порисую. Просто порисую и покажу вам, как это технически работает. То есть есть ступени, да, в компании. Хотя я, наверное, сейчас открою презентацию даже вам и покажу через... сейчас она... А, вот у меня есть она. Сейчас один момент, коллеги. Есть ступени, вот так вот они выглядят. С 1 по 15, то есть когда вы только-только вышли на первый уровень, будете стоять вот здесь. На каждом из уровней вы получаете процент. Давайте сейчас, у меня джокс здесь не работает, сейчас я вам покажу технические моменты. Так, наверное, я не открою его, почему-то когда я открываю презентацию, он у меня не открывается. Ну, хорошо, давайте посчитаем где-нибудь вот здесь вот. Посчитаем где-нибудь вот здесь вот. Просто на примере. Так вот, смотрите, например, клиент у вас приобрел ценные бумаги в структуре, причем это не лично, а вообще нигде угодно в структуре, на 1000 евро. У нас есть общая сумма константа 500. Мы делим на константу 500, получаем 2. Что такое 2? 2 – это карьерная единица. Это вот карьерная единица. Чем больше у нас этих карьерных единиц, сейчас я вам ступенечки прямо здесь нарисую, тем выше мы будем подниматься. Вот первый уровень, второй уровень, третий уровень, далее по списку. То есть, грубо говоря, перейти с первого уровня на второй вам надо 100 единиц. 100 карьерных единиц. То есть 100 карьерных единиц, чтобы вам перейти с первого на второй. Как же считаются деньги? Как же считаются деньги в компании, в договоре, в самом низу есть очень интересная штучка. Вот правила программы GoldSet нажимаем. И в правилах программы GoldSet есть лидерская карьера. Единственное, здесь в два раза больше. Я не знаю, почему они не поменяли. То есть, ну, здесь 15. Да? То есть 15, здесь 20, здесь 25 и далее по списку. И видим, что перейти с первого уровня на второй нам нужно 100 карьерных единиц. И получаем мы здесь 15. 15. Что такое 15? Возвращаемся к нашей первой схеме. Запомнили это число, да? Это есть в табличке, вот, в договоре. Итак, давайте еще раз рисуем нашу 1000 евро. 1000 евро мы делим на 500. Получаем непосредственно 2. Ой, 2 карьерные единицы. 2 карьерные единицы вот эти вот мы умножаем на 15. И вот мы на первом лидерском уровне с 1000 евро получаем 30 евро. Вот и все. То есть на втором уровне это уже будет не 15, а 20. 20. Не на третьем, там, по-моему, 30, да, 25, по-моему, 25. Ну, проще говоря, на первом уровне вы получите там, с 1000 евро 30 евро, там на седьмом уровне почти 100 евро. То есть понимаете смысл роста по карьере.
Так вот, почему же вы можете получать, как вот на моих примерах, да, с кого-то примерно с одинаковой суммы, вы можете получать, как вот здесь сейчас покажу, 162 евро с 1800, также, а можете получить 1414. Все очень просто. Когда у вас... Так, где у меня еще разочек, давайте откроем. Когда у вас, вы, например, стали лидером там, третьего уровня, да? Если кто-то в структуре у вас без лидерского уровня проинвестировал под вашим человеком, неважно, там это в первой линии, в десятой линии, вы получите по максимуму. Если же у вас есть лидер второго уровня, да, ну, возьмем, там, не знаю, предполагаемую сумму 100 евро, да, получили. Если нет, то перед вами лидеров. Если же есть лидеры после вас, да, вот точнее, ну, перед вами скорее, да, то получите, грубо говоря, там не 100, там, а 30. Вот. Поэтому надо отрываться, да, отрываться от своих, скажем так, чтобы, ну, проще говоря, чтобы у вас было не две ветки, да, а больше. То есть, чем больше у вас веток, тем быстрее у вас карьерные единицы, тем больше вы получаете. Но когда под вами появляется лидер, это хорошо. То есть, вроде как звучит, что вы получаете меньше, но лидер-то работает, и у него таких в структуре появится, там, не знаю, 20-30 человек, которые по 30 евро сделают. Вот и считайте, то есть постоянный какой-то доход, может быть, небольшие суммы, но постоянно. То есть вот это самое главное, когда у вас уже структуры, представьте, там, не знаю, 1000 человек, и кто-то постоянно чего-то покупает, да, то есть это клиент может купить золото, клиент может купить ценные бумаги. Еще важный момент, клиент получил вознаграждение, например, там, не знаю, за закрытую секцию, да, в матрице, вы тоже получаете с него процент. То есть, по сути, за любые финансовые операции в лидерской карьере вы получаете и деньги, и карьерные единицы, и растете по вашей карьерной лестнице. Ну, собственно говоря, вот, наверное, все, что хотел рассказать. То есть, это основа маркетинга, ничего тут сложного, гениального нет. Разбирайтесь, изучайте, двигайтесь, и самое главное, ребят, зарабатывайте, никогда не сдавайтесь, у вас обязательно все получится. С вами был Марк Марцинковский, всем пока.